университет? Или уже здесь есть какие-то научные связи? На самом деле, абсолютно первый. Я сегодня как раз летела в самолете и объясняла с соседом на эту тему, что совершенно замечательно. Вот судьба привела в Казань никогда не была. Прекрасно. С большим интересом. И сегодня мне попался еще такой водитель в такси, потому что я только сегодня прилетела и сразу на конференцию, который знает и любит ваш город, и мне много чего рассказал. А в Казанском университете уже слышали или нет? Ну, конечно, но я же все-таки в России родилась и выросла, и живу здесь, конечно, слышала. То есть у нас много всяких событий связано с Казанским университетом, и как сегодня уже упоминалось, в общем, это традиционный город, который считается третьей столицей, потому что его расположение географическое очень важно для просто демографии страны, поэтому да, конечно, слышала, знаю. А вот в подобных конференциях «Наука будущего» уже принимали участие в Петербурге? Да, в Петербурге. А видите уже какие-то различия в проведении этой конференции там и здесь? Может быть, какие-то особенности проведения в университете? Ну, вообще, на самом деле, пленарное заседание достаточно похоже и здесь, и там. То есть вот это, как уже упоминалось, это, с одной стороны, интересная задача. То есть мы сегодня с вами услышали, на самом деле, пять или шесть популярных выступлений. То есть они по необходимости были интересны для любого из нас, и в то же время, наверное, не очень интересны для профессионалов. Обычно, конечно, подобного рода конференции проводятся для профессионалов, и там вещи обсуждаются намного более глубокие. Да? То есть вот это вот такой интересный подход, я его вижу второй раз, действительно он уникальный, и я его никогда больше в своей профессиональной жизни нигде не видела. Хорошо ли это, плохо, это, наверное, каждый относится к этому по-разному. Это интересно, без сомнения, но вот как считать, ну, потому что вот такие мегагранщики, они все такие разные, они все такие, я не знаю, вы смотрели на программу конференции, там, значит, таким фиолетово-розовым цветом отмечены секции, которые в большом блоке гуманитарные и социальные науки или науки о поведении, и там на самом деле всего очень много, там и философия, и языкознание, и экономика, и какое-то дело производства, и демография, и география, и психология. Это, конечно, да, и история. Это, конечно, такая большая каша, то есть, которую очень сложно разводить, но, тем не менее, интересно. Это вот такое у нас событие, эти мегагранты. То есть первые впечатления конференции уже сложились, а первые впечатления об университете самом? Очень понравилось ваше главное здание. Правда, я еще не очень погуляла, потому что дождик идет, да? Вот вы улыбаетесь, и вообще пока все, кто встречались, улыбались, это тоже важно. Ваши ожидания от конференции? Ну, как всегда, то есть в основном это, конечно, средство пообщаться с коллегами и внутри твоей непосредственной вот этой фиолетово-розовой дисциплины, которая называется гуманитарные науки и науки о поведении, и с коллегами более широкого профиля. Это действительно, наверное, какой-то такой глобальный срез российской науки сегодня, и поэтому, конечно, хочется понять, где она находится, на каких передовых или не очень передовых местах мы тут все ее представляем. Большое вам спасибо, Елена.